Уже можно? Да, я отмашку даю. Я жду команды, да, друзья. По той обстановке, которая царит вокруг нас, наверное, можно уже понять, где мы находимся. Находимся мы возле Дворца бракосочетания. Рядом со мной Анна, а рядом с Анной, да, молодая пара. В общем-то, что хотела сказать. Сегодня день рождения нашей программы и день рождения молодой семьи. Да, это на самом деле действительно очень здорово. И вот мы когда-то начали свое движение, свой путь, скажем так, 4-летний. И вот также надеемся, что та семья, которая стоит рядом с нами, гораздо больше, чем 4 года, конечно же, проживет. Но вот хотя бы пока начинает. Вот ребята буквально вышли из ЗАГСа, я хотел добавить. Мы их подловили. Да, мы вовремя так подсуетились, скажем так, из Дворца бракосочетания, да. Ну расскажите, пожалуйста, как начиналась, с чего началась ваша семья? Вот такой вопрос у меня. С чего началась наша история? Ну, началась она с того, что я написала Андрею ВКонтакте. Да, очень обычно. Вот. Ну и я искала вообще Деда Мороза. Я работала Снегуркой. Вот. И таким образом мы познакомились. Ну, бизнес вообще у нас не получился. Зато получилась любовь. Да, да, да. Ну и как-то так получилось. Начали встречаться, вот, жить вместе. Ну и вот решили расписаться. А скажите, вы не 4 года случайно вместе? Ну, до этого момента? Четвертый, чуть поменьше. Год. Какая символичная. Вот действительно, как нам повезло. Нужную пару мы сегодня подобрали. Ну скажите, а вы как отреагировали, когда вам так написали неожиданно? Да я что-то растерялся сначала. Ну, потом, видимо, не растерялся. И взял всю свою. И правильно сделали. А как, ну, расскажите мне, как предложение сделали тоже? Интересный очень вопрос. Это было такое смутное воспоминание, я его уже забыл. Были тяжелые дни моей жизни. Знаешь, прекрасно об этом на самом деле рассказывают девушки, потому что они как раз все запоминают. Если парни волнуются, и у них все выпадает из рук. Ну хорошо, девушки, давайте с обратную сторону тогда узнаем. Нет, на самом деле я просто еще не проснулась про Соню. Он, как обычно, сидит рядом. Я думаю, что он сидит, меня будет. Оказывается, он предложение, пока я не успела, в общем, проснуться, сделал предложение по-быстрому. Вот. Пока вы не опомнились, да, еще. Пока я не опомнилась, да, сказала, да, и все, теперь в ЗАГСе. Слушайте, ну здорово, еще раз. Проснулась уже в ЗАГСе. Да. Еще раз вас поздравляем, да, с этим. Да, мы поздравляем вас с тем, что у вас сегодня родилась молодая семья. Кстати, вы, в свою очередь, можете поздравить и нашу программу из 4-летия. Да, целых 4 года нам. Поздравляем. Да, очень поздравляем. Желаем вам процветания, желаем успеха, оставаться на телеканале, ну и снимать молодых пар. Ну, наверное, горько-то можно уже кричать? Да, да, можно, наверное. Можно, давайте. Можно. Горько! 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 Еще раз поздравляем вас. Действительно, такой вот... Хорошо, что... Где ты, Слава? Я Славу потерял, да. Хорошо, что действительно сегодня такой день, замечательная суббота, что выпал именно на этот выходной день наш праздник, что мы можем вот так вот присоединиться к другим людям, другие люди могут присоединиться к нам, и вот мы можем так вместе об этом... Такой у нас, Саня, с тобой путь включений. Жизнь нас довела от острова... Татышев от до отдыха. Да. От отдыха. От мы там мы от... Потом до отдыха, а потом до ЗАГСа. Да, действительно, очень здорово. Такой длительный и замечательный путь. Но, тем не менее, скажу вам, что мы далеко не заканчиваем. И у нас еще будет включение. Мы еще хотели бы пригласить вас, зрители «Утро на Енисее», к театру оперы и балета. Именно там мы еще с вами поговорим. И даже, что это, сыграем, наверное. Да, сыграем. И если вы хотите поздравить нашу программу с днем рождения, в таком случае мы вас ждем. Обязательно будут для вас подарки. Да, мы приготовим для вас обязательно сладенькие, вкусненькие призы. Поэтому приходите и поздравляйте нас еще раз, потому что... Наверное, очень приятный такой вот праздничный момент, яркий, теплый, приятный, разделять с другими людьми, тем более с нашими зрителями. Ведь именно для вас мы стараемся все эти сколько лет? 4 года. Я запомнил эту цифру. Да почему-то как-то устала сказать 4 года. На самом деле были очень легкие 4 года, несмотря на многочисленные изменения, которые произошли, но тем не менее. Поэтому еще раз хотим поздравить вас, дорогие зрители, с нашим днем рождения. Да, и всех тех, кто сейчас работает над программой «Утро на Енисее».